В Хабаровске прошел чемпионат России по самбо-2018. В этом году всероссийский чемпионат стал уникальным. Впервые за всю историю проведения всероссийских состязаний спортивное и боевое самбо проходили на одной площадке. Более 1000 лучших спортсменов со всей страны приехали в Хабаровск не только разыграть медали, но и завоевать путевки на чемпионат Европы в греческих Афинах и чемпионат мира в румынском Бухаресте. Согласно результатам второго дня чемпионата, размещенным на официальном сайте Всероссийской Федерации самбо, среди мужчин обладателями золота в своих весовых категориях стали Хертек Саян, выступавший за Москву, а также представители Свердловской области Скрябин Станислав и Черноскулов Альсим. В боевом самбо победителями стали спортсмен из Москвы Абдулазизов Камиль и спортсмены из Белгородской области Самойлов Дмитрий и молдавский Валентин.